сегодня такое ласковое солнышко. Посмотрите на эти живописные картины. Смотрю и не верю глазам. Какие сочные цвета. Здесь необыкновенно красивая природа. Сейчас мы поднимаемся на гору Гемба, которая относится к Боржавскому хребту. Горный массив на Закарпатье протяженностью 50 километров. Конусовидные вершины, покрыты разнотравьем и кустами черники, стоят в окружении густого букового леса. Счастливого пути! Спасибо! Как видите, здесь можно рукой дотянуться до облака. Мы на высоте 1200 метров. Ура! Идет дождь! Испугавшись приближавшегося дождя, мы не дошли до вершины горы Сты. Ее высота 1681 метр. Но дождь настиг нас у Шипицкого водопада. В компании уже знакомых вам по фильму «Сыне Вер» Лена и Диму мы прогулялись к водопаду. О Шипицком водопаде тоже сложена легенда. Не буду ее пересказывать. Почему называется Шипицкий? Герои из легенды Иван и Марийка шепчут. О чем? Конечно же, о любви. Группа в сиреневых купальниках, поднимайтесь. Поднимаемся наверх. Пошла группа в прозрачных купальниках. У подножия мы перекусили запеченной картошкой, выпили вкуснейшего брусничного вина. По дороге проведали мишек в центре реабилитации бурых медведей. Площадью 12 гектаров, где обитает 18 зверушек. Сюда поступают мишки со всей Украины по возрасту из цирков или заброшенных владельцами. В огражденных вольерах медведи живут в свободных условиях, как на курорте. Здесь они едят, купаются, играют и учатся жить мирно в естественных условиях. Не могу налюбоваться окружающей природой. Зеленая трава. Какие сочные цветочки. Здесь можно просто наслаждаться жизнью.